Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Мир, природа, жизнь». Сегодня у нас солнечная погода. Вот такой лесочек. Ну и пойдем смотреть, что здесь можно интересного найти. И сразу, кстати, при входе, смотрите, как интересно. Вот здесь на стволе вот такой вот лишайник растет. Видите? Прямо такой удивительный кустик. Как все равно инопланетное создание. Ну, ствол, правда, уже у дерева наполовину обломан. Ну, поэтому его и атаковали разные грибы и лишайники. Зашли немножко поглубже в лес. И здесь вот такие вот елочки. Молоденькие совсем. В основном лес сосновый. Видите? Но очень много елочек. Такой интересный. Снежок еще не весь сошел. Посмотрим под елочкой. Никого у нас там нету. Вроде никого пока. Вот видите, у них сейчас начинают веточки расти. И такие почечки. Продолжение веточек везде. Сейчас попробую вам увеличить. Вот какие интересные. То есть это не шишки, а именно почки, которые являются продолжателем веточек. Тут уже большая елка такая стоит. Дальше пойдем. Пока никаких грибов не видно. По идее, уже должны быть строчки, сморчки. Но ничего не нахожу еще. Вот кто-то кустики объел. Ни одного листочка нет. Это черничка. Это кустики черники. Видите, какие? Просто голые веточки. Но скоро здесь уже будут ягодки, конечно. Вот такое растение. Боюсь уже биться, по-моему, плаун он называется. А вот эта дорога, и здесь противопожарная распашка. Вот. Видите, прямо ковер такой. Прямо мягкий ковер. А вот здесь очень интересное место. Конечно, много буреломчика лежит. Но сейчас я вам покажу. Видите, прямо вот такими идут полосочками и сосна, и сами полоски. То есть это место когда-то перепахивали. И, возможно, сажали молодой сосновый лесочек. А вот здесь, конечно, вообще снег. То есть, словно борознами здесь кто-то все перепахал. Все еще совсем сухое кругом. Практически ни одной зеленой травки. Но, дорогие друзья, смотрите, чистотел. Он еще прям такой, кажется, и подмороженный немножко, видите? Но уже листочки молодые. Вот он, чистотел. Сейчас мы посмотрим, есть ли здесь желтенький сок. Мало-мало его, вот этот, которым бородавки можно убирать. Лечит он и так далее. Так что вот, даже нет подснежников, а чистотел уже есть. Тут, видите, его много. А здесь недалеко река, и видите, сколько много уже распустилось вербочки. Вот прям очень она пушистая, большая, прям на глазах распускается. Видите? И там дальше. Прямо все в вербочке. Вот она какая. Красавица. Такая сосна, видите, интересно. И как-то она наполовину сломалась. То ли молния мне ударила, непонятно.
А на этой сосне уже поселились вот такие грибочки, тротовички. Вот они какие, видите? Кстати, погода испортилась и пошел вот такой вот, видите, прям град. Так что, дорогие друзья, наверное, свою прогулку буду заканчивать. Прям снег пошел. Всем желаю крепкого здоровья, добра, оптимизма. Все будет хорошо. Пока-пока.